Салют, друзья! Салют! Салют! Мы открываем подарки! Вы будете открывать подарки? Да! Рома с Дианой ждали открытия этих подарков целую неделю. Мы ждали, пока нам доедут все-все подарки, которые нам прислали. И сегодня мы готовы открывать. Да! Что, начинаем? Да! Я вот это, а я вот это. Ого, Диана самый большой подарок выбрал. Каждый открывает подарок. Да. Если это подарок для мальчика, вы его кладете в правую сторону. Да. Если это подарок для девочки, вы его кладете в левую сторону. Да. В конце мы посмотрим, кому попалось больше подарков. Да. Ромчик, что у тебя? Машина. Это подарок для мальчика или для девочки? Для мальчика. Это подарок для Ромчика. Значит, клади его в свою сторону. Вот такой. Какой грузовик крутой. Да. Мечкай. Скай? Вот такой. Какая она огромная. И она даже на колесиках. В какую сторону этот подарок? Для девочек, для мальчиков? Для девочек. Мечкай дежурная. Рома выбрал себе подарок. Наверное, это что-то для мальчика. Ну, конечно. Еще один грузовик? Да. У Ромы уже два подарка. Мне подходят этот и этот. Друг другу подходят. А я буду маленький. Кто там? Это кто такой? Это муха. Это муха на радиоуправлении. Диана, вот это ты подарок выбрала. Мне кажется, это подарок для мальчиков. Ого, Ромчик выигрывает. У него уже три подарка. У Дианы пока один. Смотри, Диана, что это Рома выбрал? Я знаю. А ну-ка, что? Это девочки! Какой интересный наборчик! Да. Ух ты, смотри! Это тележка с мороженым. Вот это подарок. На нас. Так, да. В сторону для девочек. У меня сегодня. Ну что, чья очередь? Моя! Очередь Дианы. Выбирай себе подарок. Вот это! Вот это! Смотрите, это пом-пом. Это делать такие помпончики интересные. Буду с тобой делать, Диана, представляешь? Ух ты! Ой, какое мягкое! Диана кладет свой уголок. Это ням-ням. Ромчик, ты выбрал теперь? О, Рома такие хорошие подарки выбирает. Ага, для мальчика! О, Рома угадал. Я выбираю все время машины. Смотри, у нее кош. Там даже есть рабочий. Диана, ты теперь? Для меня. Бантик упал. Для кого подарок? Для Ромы опять? Это бетономешалка. Да. Вот такой хочешь? Диан, смотри, какой Рома огромный подарок выбрал. Куколка для Дианы. Для Дианы там подарок? Это же Бибибон! Бибибон! Смотрите, новенькая Бибибон! С днем рождения! На коробке написано 25 лет Бибибон! Я уже 25 лет выпускаю! Мама, ты знаешь? А я видел там на картинке, что она может плакать! Смотри, вот она! Да, она может пить из бутылочки, писать, плакать, кушать, купаться. И ножки вот так вот могут сгибаться, разгибаться. А также, когда ее класть, она закрывает глазки и спит. Диана, у нас уже есть куколки Бибибон? Да. Да, это будет их подружка. Ой, вот это. Давай, открывай. О, да, одевочек. Обязательно на одевочек. Так, ну нарисована девочка, да? Да, вот такая. Это делать какие-то браслетики или что? Колечки делать? Да, это девочки. А ну-ка давайте посчитаем, сколько какого подарка уже. У меня 1, 2, 4, 8. Не, Диана, у тебя 1, 2, 3, 4. А вот еще один. У Дианы 5 подарков. 1, 2, 3, 4, 5. По 5 подарков. У вас пока ничья. Вот это ты принес подарок. О, какой набор! Ух ты, это набор Спайдермена! Смотрите, есть для Дианы и для Ромчика такая штука на грудь одевать. И два пистолета, друг друга стрелять можно лазером. У меня уже 6! Еду! Давай, Диана по маленьким подаркам у нас. Это же Фрозен! Смотри, мама! Фрозен!
Ух ты! Это Эльза и Анна с Олафом играют. Да, мы видели такой мультик. Что-то Рома нашел. Ух ты, это такой стакан. Стакан. Бокал прямо. Бокал, который превращается в куколку. В том году мы открывали такие пироженки, а в этом году, смотрите, сделали такие бокалы. Это для девочек или для мальчиков? А девочек. Клади. Диан, ищи подарок для девочек. Ищи. Вот. Правильно. Я вижу там Машеньку. Просвечивается. Маша хозяюшка. Диана, Машенька будет у нас в квартире убирать? Да. Смотрите, какой набор классный. Быстро его в отдел для девочек. Да, вот большой стук, я тебе помогу. Я беру вот этот. Хорошо. Ой, Рома, это что такое? Это мои бантики. Смотри, да. Сколько. Рома, спасибо тебе большое. Диана, а кто-то тебе такой подарок подарил? Дедушка Мороз. Точно. Дедушка, а котика? А, котика. Котика мы уже показывали нашим зрителям. Этих котиков Диане прислали с другой страны нам. Точно, котика, какой. Розовый котик, зумер Кити. Котика, он будет катать. Вместе с Кай будет ездить? А ну-ка, что ты, Рома, такое взял асимметричное? Еще один котик Диане взял. Еще один? Да. Такой, который мы уже показывали, это да? Диане. Дианка, выигрываешь. Что такое? Что такое, да? Маленький и большой. Это его Дотя. Смотрите, это мама и Дотя. Хвостик там, да. Вот такой. А, это что такое? Вау, я что-то там вижу. Это все кусечки делают. Это браслетики. Да? Да. Вот такой набор интересный. Это делать ожерелье и браслетик. Так, вот это у Дианы подарков. Вот. Кто-то Ромчик несет уже? Не знаю, кто-то. Это же доктор. Набор доктора. Ромчик, будешь доктором? Да, Диану лечить буду. Сзади нарисован мальчик, значит, это набор для мальчиков. Ромчик таки нашел себе подарок, да? Да. Щойками. Вот это да. Что это? Это же кроватка для кукол. Вот это наша куколка Бэби Бон будет спать в своей кроваточке. Да. Вот это подарок. Ой, звездочки. Еще одна машина? Машина с краном. Будет вот сюда вот так. Уи. Ты уже придумал, где ты будешь ее играть? Будет она вот так. Уи. Где она выбирает? Треугольник. Свинка Пеппа. Ого. Вау. Аж три набора свинка Пеппа. Это мочалка и цветное мыло. Цифры, которые один, можно играть в воде. Мочалка два, даже есть. Три, четыре. Да. И пузыри в ванны. А это книжечка и карандаши, которыми можно рисовать в ванны. Диан, может, поделишь? Что-то себе, что-то Ромчику. Ты взял себе книжку с карандашами? Да. Поделились. Диана складывает свои подарки. Да, сюда. Это рюкзак для мальчика. Там есть стрелялки какие-то, да? А я буду делать все. Вот это гость. Диана уже себе подарок открывает. Кухня. Это чаепитие набор. Он деревянный? Да, и тут там. Есть чашечки, тортик и чайник. Даже лимон. Рома помог Диане. О, я хочу то, что под елочкой. А что там под елочкой? Вот этот подарок. Это Фрозен! Опять? Это Фрозен трюмо? Здесь куколка может сидеть и прихорашиваться. Да? Да. Даже есть стульчик? Угу.
Для девочек? Да. Делят ногти. Ногти делают? Да. Диана, какой у тебя будет маникюр? Да, я буду себе так 10 ногти. Класс. Так, едет, едет подарок. Осторожно, подарок едет. Это приехала подарок для девочек. А что это? Это фрозен посудка. Смотрите, Олаф чайник, Анна Эльза тарелочки. Есть даже лимон с чашечками. Диана, у тебя уже столько подарков? Да. Вот это тебя завалили. Это делать кулончик? Да, дади. Красивый кулончик и браслетик. Немного другой наборчик. Для пожарных. Это пожарная. Пожарная машина? Да. Ты Микки Маус пожарный? Да. Рома, клади в свою кучку. У тебя тоже хорошая кучка подарков там. Ира! Данный подарок приехал. Карусель. Да. А ну покажи. Ларечек с вкусняшками. Видишь, там горки гигантские, я вижу. Да, это, наверное, этот ларечек стоит там, где в лунопарке каком-то. Где все катаются, а потом кушают что-то вкусненькое. Посчитайте, сколько у нас подарков осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Они здесь. Это девочки. Сейчас посмотрим. Так для кого? Это домик Микки Мауса на дереве. Да. У него есть своя собачка Плута. Качельки здесь, все что угодно есть. Да. О, уже выше Ромы стопочка. Стопочка падает. Забирай верхнюю. О-о, Рома, о-о. Рома все строит свою кучку. Что, опять помпончики? Смотри, написано «Пом-пом вау». Ой, какие милашечки помпончики. Как коврик можно сделать, да, целый? Мы сделаем, будем вот так. Вот это все кучка Дианы. Да, это девочек. О, Рома что-то большое опять принес. Шопки! Ого, сколько всего. Это даже не супермаркет, не мегамаркет. Это целый молл. Еще есть корзинка, отдельный ларек с овощами и отдельная касса. Кому же достался такой огромный набор Шопкинс, как вы думаете? Мне и мне. Давайте делиться. Диана берет себе кассу и корзинку, а Рома взял себе молл и магазин овощей. Наборчик делать ободочек. Нет, для волос. Да. И делать еще и бабочку. Бабочка? Да. Для девочек? Да. Знаете, что это такое? Да. Нет. Это такая игра. Игра называется спа-пати. Для Дианы осталось два подарка. Для мальчиков. Для мальчиков? Это девочки. Тайны пирамиды. Игра раскопки. А что там Диана не может достать? Диан. Я делаю. У меня. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот такой. Это, наверное, набор русалочка в ванну. Да, здесь, кстати, будет рыбкодори. Рыбкодори? Да. Вот и это да. Вот такой. Как вам подарки? Нравится? Да. Видите, как вас любят? У Дианы больше, чем у меня. У Дианы больше? Вот. Ой, Дианка, да, у тебя здесь целый склад. Ребят, а давайте мы посчитаем подарки. Мы расставили все игрушки. Ромчик, как думаешь, кто выиграл? Я выиграла. Диана говорит, что она выиграла. Смотрите, ребята. У меня много подарков. У Дианы вот столько подарков. Да. А у Ромчика вот столько. Да. Значит, в этом году победила... Диана победила. Диана победила в этом году. Проиграл. Ромчик проиграл. Понравились вам подарки в этом году? Да. А что больше всего понравилось? Мне понравилось Шокинс.
Роме больше всего Шопкинс понравились. А Дианка, а тебе? Я люблю и Скай. А Диане больше всего понравился Бэби Бон и Скай. Ром, расскажешь еще стишок? Да. Деткам на Новый год. Говори. Дед Мороз, открой мирок. Рассказываю тебе стишок. Ты игрушку мне подаришь, без подарка не оставишь. Давай опять. Молодец. Вот так. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте Диане лайк и с Новым годом. Подпишитесь на канал Дианочки. Всем пока. Пока, ребята. YouTube.